завершился ежегодный всероссийский конкурс «Идей новых арт-объектов. Культурный след». В рамках конкурса любой человек может предложить идею современного культурно-исторического объекта. Конкурс «Культурный след» реализуется на средства фонда президентских грантов на развитие гражданского общества и внутреннего туризма в городах и селах России. В этом году конкурс объединил более 800 участников из 64 регионов России. Жюри конкурса сначала выбрало из сотен идей шорт-лист 15 лучших проектов. Затем экспертный совет конкурса «Культурный след» выбрал 5 проектов. Главным победителем стал проект «Здесь был» – идея Лады Евсеевой из Якутска. По этой идее надо установить памятную стелу автографов и цитата Якутии, выдающихся людей, которые побывали в республике Саха-Якутия и прославили ее. После определения лучших идей проектов состоялся художественный конкурс на лучший эскиз проектов. Жюри выбрало для якутского проекта эскиз Владимира Андреева из Санкт-Петербурга под названием «Северное сияние». Объект будет установлен на территории исторического парка «Россия. Моя история» в городе Якутске. Стоимость реализации арт-объекта 500 тысяч рублей. Практическим воплощением идеи эскиза проекта занимается якутский мастер Афанасий Ефремов. Открытие арт-объекта «Здесь был» намечено на 6 ноября этого года. Представляю участников нашей видеоконференц-связи. Это Лада Евсеева и Владимир Андреев. Лада, расскажите, что это был за конкурс? Я зашла на сайт «Культурный след» и обнаружила, что ввиду карантина конкурс был продлен. И буквально запрыгнув в последний вагон, я просто записала свою идею, которая была уже у меня последние полгода, поскольку я вожу гостей города по городу и, размахивая руками, рассказываю, какие тут замечательные люди проезжали, и мне всегда не хватало какой-то наглядности, какой-то стены, на которую я могла показать и сказать, ну что, кто вас поразит, да? Бродский, вот, пожалуйста, вам Бродский, вот, Дежнёв, Беринг, Евтушенко. И такой стены не было, и мне постоянно приходилось это рассказывать, да? И вот эту идею, что неплохо бы такую стену у нас в городе построить и на нее нанести хотя бы, ну, малую часть этих фамилий, да, изобразить, что эти люди сами поставили свой автограф и написали что-то об Якутске, Якутии и Севере, чтобы эта стена была. И вы как назвали свою идею? Ну, здесь был то, что обычно пишется на стенах, да, здесь был Вася, там, год 1970-й, вот примерно такая же стена мне и представлялась, там, здесь был, там, Евгений Евтушенко, год 1965-й. Хотелось бы сразу Владимира Андреева, да, вы уж представьте, кто вы по профессии. Я немного не рассчитал время, и пришлось вот мне на работе выходить на связь с вами. Я нахожусь в Академии Штиглица в молодежном зале. Вы у нас преподаете? Я преподаю скульптуру. Сначала выиграла идея Лады. То есть как выиграла? Она получила, как бы это сказать, признание. Была выбрана. Соответственно, техническое задание было выложено на сайте. Понимая, что это все-таки арт-объект, размышлял вот над какими-то более абстрактными вещами, чтобы это была именно какая-то красивая идея, очень просто воплощенная, ну, именно формально просто воплощенная в материале. И вот я посмотрел список, и мне очень понравилась идея Лады. И я подумал, что вот действительно было очень много людей, то есть это были и первопроходцы, и очень интересные личности, такие как Бродский. И вот эти люди, они проскользнули, грубо говоря, на горизонте вот Якутска. Это получалось какое-то вот светили своим светом над Россией, получается. Я подумал, ну, это же вот действительно, это какой-то образ северного сияния. Они, вот эти люди, они светили над этим, ну, в принципе, над Россией. И вот здесь вот эти вот образы, то есть Якутия, там, вечная мерзлота, северное сияние, где-то первопроходцы, вот это вот. Мне хотелось, чтобы это было воплощено в работе. Когда уже начали обсуждать непосредственно воплощение уже с нашими строителями якутскими, да, то мы с Владимиром боялись, чтобы это не превратилось в газетные колонки, да, или надгробие, да, чтобы вот это вот было ровным шрифтиком, все вот эти фамилия и год. Вот это очень хотелось избежать какой-то скуки. Ну, опять же, нас
сверху сильно тормозили финансы, потолок заложенный, да, поэтому, ну, что мы придумали, что там будет некий QR-код вшит, да, нанесен, и по этому QR-коду можно будет уйти на сайт, который я специально делаю, и на этом сайте можно будет зашить все эти там приключения, ссылки на фильмы об этих людях, да, там стихотворения, картины и так далее, чтобы человек именно... В принципе, задача этого арт-объекта просто... это вау-эффект, это пробудить какую-то любознательность и желание что-то узнать об этих людях и как они вообще, как их сюда занесло, да? Дальше они уже там уходят на сайт или лезут сами и что-то узнают. О каких людях вы говорите? Мне вот интересно даже Владимира, наверное, спросить, да, кто его поразил, может быть, в этом списке, и кто стал для него неожиданностью в этом списке? Поразил, на самом деле, вот Бродский и Евтушенко. Мне дорога история Рязанова, конечно, потому что, ну, люди моего поколения, вообще 40+, наверное, прекрасно помнят «Юнону и Авось», помнят, да, Караченцева, который играл Рязанова. И то, что, когда я обнаружила, что, в принципе, это как раз была уже смертельная дорога, то есть вот Рязанов, больной, недолечившись в Икутске, выехал в Петербург, да, движимый чувством долга, и умер в Красноярске, и поэтому Кончита не дождалась, то есть Икутск стал его такой последней точкой, да, вот для меня вот это самая история дорогая. Это не просто люди известные, которые побывали. То есть сразу возник вопрос, будут ли наноситься, по какому принципу будут наноситься имена, да? Будет ли там нанесен Стас Михайлов, проехавший через Икутск, там, или Валерия Меладзе, да? И я сразу сказала, что нет, потому что критерий, в принципе, был один. Эти люди должны были любить нашу республику, да, и что-то делать для нее. То есть даже побывав там буквально несколько дней, они либо писали о ней, да, либо включали в научные труды, в какие-то там поэмы, стихотворения и так далее. То есть у каждого было разное время пребывания в Икутске. Это может быть у Бестужева там 2 года, да. Быковский, который был проездом, но Быковский пролетал над Икутией. То есть, конечно, мы не могли включить всех знаменитостей, всех людей, которые там дороги российскому государству и что-то сделать для Якутии. Но мы старались представить в каждой категории, то есть хотя бы один геолог, хотя, конечно, было гораздо больше там золотооткрывателей, алмазодобытчиков, хотя бы там один писатель, хотя бы один ссыльный. У меня был такой принцип. А как это Владимир хотел изобразить? Давайте его послушаем. Был такой момент, что целый творческий коллектив образовался, вместе с которым, то есть вот в этом коллективе, мы решали, как все это будет выглядеть. Предполагалось, что там будут специальные, то есть там будут написаны цитаты людей, которые были в Якутске. Вот этим занималась Лада, и она самый главный человек в этом плане. Если вы хотите узнать об этом, спросите у нее. Вот. И также Лада предполагала, что будут какие-то окна для фотографирования. То есть можно будет сказать, что я вот тоже здесь был. Так все просто. Ну да, да, это была вторая мина, так сказать, мина замедленного действия. То есть первая — это был вау-эффект, и, боже мой, кто эти люди, как же я не знала, что они тут были, да. А второе — это было ощущение, что когда человек встает за этим памятником под надписью «здесь был» и фотографирует там себя или просит кого-то, да, то он попадает в эту плеяду, и он, в принципе, в этот момент должен задать себе вопрос, что я делаю на этой земле, что я сделала для этой земли. Насколько изменилось воплощение вот этого проекта? Не странно, несмотря на такой минимальный бюджет, да, практически вот все, что было задумано, оно осталось. Я сразу предполагалось, что должны быть плоскости, которые развернуты под разными углами, и, ну, эти плоскости, в общем-то, должны стать поверхностью для написания вот этих вот цитат. Цитаты, написанные как будто бы от руки, больше какой-то души, чтобы было в этом всем. И да, конечно, второй частью, естественно, было то, что подсветка ночью должна быть тоже соответствующей образу северного сияния. Лада, а там много будет, так скажем, надписей? Мы стремились к 25, а в результате утвердили 28. Буквально уже на этапе согласования я прибавляла Николая Глазкова. Это поэт, который жил на Арбате, но настолько полюбил Якутию, что выучил якутский, переводил якутских поэтов, там, дружил с нашими корифеями
поэтами. Я тоже упросила, чтобы там Глазкова вместе прямо с... А его, кстати, стихи, это песня «Я поднимаю свой Чирон», это вот песня о Верхоянске. Он очень много писал о Сере, у него сотни стихотворений Якутии. Вот я его в последний момент туда впихнула. И в итоге у нас получилось 29. Вы как считаете, вот этот ход QR-кодом, да? А насчет хода с QR-кодом, мне кажется, это очень хорошее решение. Сам арт-объект — это некая ссылка, это некое побуждение, то есть вот этот материальный объект, который делается, это побуждение исследовать историю, чтобы вот действительно человек увидел и сказал, надо же, вот я даже не знал, это очень интересно. Посмотрел на телефончике, как это, кто это и кто здесь был. И вот мне кажется, это очень вдохновляющая идея. Образовательная цель вот этого объекта, она направлена на молодежь, по сути. И вот мне хотелось, чтобы он был более неформальным, не напоминал какие-то мемориалы, а вот был таким именно поэтическим и таким более-менее свободным, что ли, напоминанием о вот людях, которые были в Якутске. Я хотел бы вас поблагодарить, что вы приняли участие. Могут ли наши идейные люди обращаться к вам? Я все-таки скульптор больше, и если нужно решать какие-то скульптурные задачи, то да, я готов помогать. Вот. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале «Округ ТВ», а на своем телефоне или на компьютере. Набирайте «Округ.ТВ», смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс «Округ ТВ».